Сегодня мы рассмотрим этот классный диск фрисби. Он необычной формы, в отличие от остальных дисков. На задней его части есть необычная выпуклость. Интересно, что диск может светиться в темноте. Оставьте его на окне под солнышком или под лампой, и уже вечером вы сможете играть с вашей собачкой в темноте. Серединка игрушки сделана из пластика, а зеленая отделка из резины. А вообще, игрушка прочная и интересная. Она явно стоит того, чтобы быть замеченной.